Добрый день, дорогой наш зритель. Рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале международной компании REST Property, застройщик, агентство и лучший бренд по продаже недвижимости в Турции. Сегодня в нашем обзоре полностью меблированная квартира напрямую от собственника, которая находится в районе Махмутлар, планировкой 2+1. Узнать больше об этом районе вы можете по ссылке, указанной прямо под этим видео. Комплекс абсолютно новый. Он был сдан в эксплуатацию в настоящем 2020 году. На открытой территории комплекса вас ждет открытый летний бассейн, детская площадка, зона отдыха и барбекю, а внутри комплекса зимний бассейн, хамам, сауна, римская парная и тренажерный зал. А теперь пойдемте и посмотрим квартиру изнутри. Добро пожаловать в нашу квартиру, которая расположилась на 9 этаже и имеет общую площадь 120 квадратных метров. Оказываясь внутри квартиры, мы оказываемся вот в таком вот коридоре, который маршрутизирует нас. Здесь находится хозяйская спальная комната, а справа от меня расположился общий санузел, а слева от меня расположилась гостевая спальная комната. А здесь такой небольшой уголочек, стеклянная стена и консоль прихожей комнаты. А прямо от меня расположилась гостиная, совмещенная с кухней. Давайте, пожалуй, начнем с них. Кухня очень большая и просторная, имеет угловую форму, столешница выполнена из экологически чистого материала, прессованной гранитной крошки. Ну а также установлен стандартный необходимый комплект корпусной мебели, бытовая техника на ваше усмотрение, в чем вам поможет с удовольствием наш послепродажный сервис, ведь ребята знают все, где самые лучшие цены и по самым лучшим качественным характеристикам. А также на кухне разместился вот такой обеденный стол, два мягких стула и одна мягкая скамейка. Очень симпатично смотрится. Пойдемте посмотрим гостиную. В гостиной, как и во всей квартире, фаянсовое покрытие полов. Потолок подвесной со встроенным LED-освещением. Центральное освещение оформляет вот такие красивые стеклянные люстры, как в гостиной, так и в кухне. Стены выкрашены в теплые серые тона. Теневые шторы подобраны в тон, противоположная сторона полностью зеркальная. Здесь очень много стеклянных элементов, что добавляет праздности и сияния в эту комнату. Ну а сама комната вместила в себя вот такой вот элегантный диванчик, два небольших кресла, журнальный столик, тумбу под телевизор, а также со стеклянными облицовочными шкафчиками и консоль у стеклянной стены. А также подведены все необходимые коммуникации под установку кондиционирования и имеется выход на балкон, который мы сейчас с вами посмотрим. Очень просторный балкончик, очень много света, выходит на восточную сторону и на небольшую тихую улицу, с которой нет такого шума, как в центре города, допустим. Здесь можно поставить комплект садовой мебели или балконной мебели, все на ваше усмотрение, друзья. Гостевая спальная комната может вполне послужить и детской спальной комнатой. На стене имеется вот такой симпатичный текстильный принт. Ну и в принципе весь текстиль в этой комнате перекликается и создается такое уютное атмосферное ощущение. Центральное освещение также оформлено стеклянной лампой. Две вот небольшие кровати, прикроватная тумба, шкаф. А также подведена система коммуникаций под установку кондиционера. Ну а для любителей почитать перед сном книжку, в кроватях монтировано вот такое светодиодное освещение. Очень приятный бонус. Хозяйская спальная комната, так же как и гостиная, выполнена в неоклассическом стиле. Очень женственно и элегантно. Вся мебель в этой комнате имеет мраморные вкрапления. Вот эти тумбы прикроватные, само изголовье кровати, туалетный столик, зеркало. А также как оформление вот эти вот боковые зеркала, как и в гостиной. Единая концепция прослеживается во всей квартире. А также приятный бонус, что хозяйская спальная комната имеет свой санузел, правда там только душевая кабина и умывальная комната. Прямо передо мной находится еще и гардеробная. Это очень удобно, и я думаю, хозяйка оценит по достоинству. И, конечно же, здесь имеется подводка под установку системы кондиционирования и вот такие тематические картины с мраморным изображением. Отличным предложением эти апартаменты окажутся для тех, кто по-настоящему ценит роскошь и комфорт. Увидеть все это вживую, конечно же, возможно. Есть даже несколько вариантов. Например, заказать бесплатный ознакомительный тур, дождавшись окончания карантина, либо бесплатный ознакомительный онлайн-просмотр на нашем сайте restproperty.ru. А также мы подготовили для вас очень много полезной информации о том, как можно бронировать или приобретать недвижимость онлайн. Об этой информации есть ссылка
ссылка прямо под этим видео. Ну а если вам понравился наш сегодняшний объект, вы также легко найдете его на нашем сайте под номером 8417, а еще проще по ссылке в правом верхнем углу или также по ссылке в описании. Актуальная стоимость на сегодняшний день за 120 квадратных метров шикарного уюта, друзья, 82 тысячи евро. Res-Property дает гарантию лучшей цены. Нашли дешевле? Мы снизим цену. Более 8 тысяч уже готовых объектов по всей Турции мы собрали для вас в нашей базе недвижимости на самый разный вкус и ценовую категорию. Ну а если вы все еще в поиске своего идеального гнездышка на берегу Средиземного моря, помните, что Res-Property занимается еще и застройкой, где мы учитываем все ваши личные пожелания и воплощаем их в реальность. Мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Берегите себя, пожалуйста, и своих близких. Пока-пока!